Инвестиции от СБК в новый селекционно-семеноводческий центр составят более 500 миллионов рублей. Предприятие приступило к строительству. Об этом сообщил генеральный директор от СБК Дмитрий Зылев. Корпоративный селекционно-семеноводческий центр площадью свыше 10 гектар станет одним из самых современных в России. На его территории будут построены тепличный и лабораторный комплекс, где разместится филиал кафедры САФУ. Полностью автоматизированный центр будет производить до 9 миллионов сеянцев в год с улучшенной генетикой. В питомнике планируется выращивание основных лесообразующих пород региона – сосны обыкновенной и ели европейской. Будет создано 30 высокооплачиваемых рабочих мест. Генеральный директор ЦБК Дмитрий Зылев уточнил, что в этом году комбинат приступил к выполнению подготовительных внутриплощадочных работ на сумму 20 миллионов рублей. Еще порядка 10 миллионов будет направлено на разработку проектно-сметной документации и экспертизы проекта по строительству нового лесосеменного центра. Продолжение следует...